Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 2 мая. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнер программы Лор-клиника Харжеева. Лор для всей семьи. Лор-клиника Харжеева. Консультация и лечение. Проверка слуха. Видеодиагностика заболеваний лор-органов. Санация уха, горла, носа. Аппаратом Тензилор. Улица Павлова, 15. Телефон 23-58-11. По республике. Смещение холодного циклона, пасмурная погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. По Прибайкалью, юго-западным и южным районам местами сильные осадки. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная 10 мороза, днем плюс 6. По центральным районам ночью около 0. Днем максимально 10 градусов тепла. По южным районам ночью плюс 1, по юго-западу до минус 9, днем плюс 8. В столице Бурятии небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы днем до 17 метров в секунду. Температура ночью минус 1, днем плюс 8. Атмосферное давление будет расти ночью до 715 миллиметров ртутного столба, днем до 720. На Земле проживает 3 децилиона. Это 3 с 33 нулями живых существ, из которых 75% это бактерии. Это был прогноз погоды на первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Не зря есть такое выражение. Балдеешь, плесень.